Всем известно, что уже совсем скоро наступит праздник, которого ждут все без исключения жители Земли. Город Бишкек не стал исключением, и так же, как весь мир, в ожидании чуда. Ведь Новый год – это и есть олицетворение волшебства и чудес, которые мы знаем с раннего детства. Из года в год изменения касались всего, кроме этого праздника. Этот год уже готовился смениться новым. Новогодняя суета набирала свои обороты по всему миру. Этим временем, уже забыв про суету, главный персонаж этого праздника готовился заступить на смену. Бишкек. Наши дни. Не видал ты ли моих оленей здесь? Погодь, иди, эти там. Зоопарк. А? О, чё себе? Вот эти не видал? Точно, а эти там. Седой дедушка с подарками, без сомнения, самый главный персонаж самого главного праздника года. Он, хоть и волшебный, нуждается в своих помощниках и вашем внимании. Ну и, конечно же, вашей вере в чудеса. Ну, а как ты хотел, дед? Все поменялось. Прям все поменялось? Абсолютно. А как же Блондерпап? Он тоже поменялся? И он тоже. Ну подожди, дед, не расстраивайся. Он-то стал лучше. Там-то и будет главный праздник этого года – Новый год. Неужели будет лучше, чем в прошлом году? Ну вот смотри сам, что там будет. На сцене группа «Мачо Бэнд» и «Баскер Бэнд». Также коллектив АХСК. Ведущий – Адиль Казыбеков. Конечно же, превосходная кухня от поваров. И множество сюрпризов и подарков от заведения. Подожди, внучок. А как же я? Я есть в тех списках? И по традиции, куда же без них? Дед Мороз и Снегурочка. Как встретишь год, так его и проведешь. А вот где встречать этот самый Новый год, решать, конечно же, вам. Встречая Новый год в ресторане Блондерпап, вам гарантированно обеспечен отличный праздник в отличной компании. Также все самое-самое в новом 2019 году. С Новым годом вас! С любовью ваш, Блондерпап.